Более 200 человек, спортсменов, болельщиков, судей, организаторов собрались в этом спортивном зале, чтобы принять участие в необычных соревнованиях. А то, что они действительно необычные, можно увидеть по внешнему виду команд, которые прошли перед началом торжественного марша. Районный спартакиад дошкольников, она проводится уже в 11 раз. Участниками данного мероприятия являются наши самые маленькие воспитанники. Это воспитанники дошкольных образовательных учреждений и, конечно же, их родители. На протяжении долгих лет эти соревнования проводились только среди дошкольных учреждений Видного. С прошлого года географию было решено расширить, а в нынешнем еще и местом проведения стал не районный центр, а поселение Развилковское. Перед началом соревнования спортсмены получили напутствие от организаторов. Спорт – это не только увлечение, но еще и долгий, тяжкий труд. Но, судя по всему, большинство было настроено не на тяжкий труд, а на захватывающую игру. Тем более, что и сама атмосфера соревнований больше напоминала праздник. Все в оригинальной форме, костюмах, и каждая команда выступает под своим девизом. Золотая рыбка, ваш девиз. Золотая рыбка лучше всех, жизнь ждет ее успех. Скажем дружно, раз, два, три, снова домик впереди. Команда «Росинка». «Росинка» — это супер! Мы смело заявляем, что победимся в вас! Итак, все друг с другом познакомились, обозначили свои амбиции на победу. Первые участники замерли у стартовой черты. На этой спартакиаде не увидишь традиционных дисциплин типа бега с препятствиями, прыжков в длину или метания всевозможных спортивных орудий. Все же соревнования должны быть прежде всего интересны дошколятам, зато эмоции не уступают настоящим спортивным баталиям. В этот раз в районной спартакиаде дошкольников приняли участие образовательные учреждения из Видного, Развилки, Горок Ленинских, Молокова и совхоза имени Ленина. Вместе со спортсменами приехали и внушительные группы поддержки. Я представляю собой эмблему нашего детского сада. Детский сад номер 20 «Василек». Правда, красивые наряды и эффектная форма никоим образом не отразились на результатах. Строгие судьи из школы Олимпийского резерва «Олимп» дают свою оценку исключительно спортивным показателям. Что именно оценивается прежде всего? Прежде всего оценивается правильность выполнения, ну и самое главное – это скорость. А то, что вот они в таких нарядных костюмах, как-то влияет? Нет. Но приятно очень, что каждая команда в таких красивых костюмах. В команде 5 детей и 5 взрослых. Многие родители были рады отложить все дела, чтобы вместе со своими детьми побороться за победу и проникнуться соревновательным духом. Мы сегодня с детьми вместе участвуем в конкурсе для того, чтобы дети были закалены на победу, чтобы развивалось у детей чувство достижения результата, команда самое главное, чтобы было все хорошо. Ленинский район по праву гордится своими пловцами, баскетболистами, борцами. Наши юные спортсмены одерживают победы в соревнованиях по карате, тяжелой атлетике, фехтованию. И начинаются эти достижения, в том числе и на таких пока еще детских соревнованиях. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.